Идем обратно к центру, сейчас туда к мобу пройдем, моба убьем, чтобы этот квест завязать. Че, диск нужен кому или я себе? У меня есть диск, можете паролить. Но я вырулил его себе. Ну, значит, бери себе. Всем кислый диск. Ок, дашь мне потом обмен. А у кого пояс? Подождите, а вот пояс у меня. А у кому наручи упали, что-то они мне не прилетели. Не знаю, я хуй знаю. Какие тканевые? Да. Ну, ДЦ забрал, не? Я ему кольцо отдал. Думал, наручи зарулить. Пожалуй, он Санёк себе их забрал. Какое кольцо? Так, тут, короче, мобы, они типа все пачкой большой агрятся. Их нужно... Короче, подожди, я вот этот моб сюда пройдет, обратно пойдет, когда он там далеко будет. Пойдем мобов, потому что чтобы не с этим мобом. А тебе нужно так, шмотки с духа? Сейчас диск отдам Войду. Ну, добери Вой. Че, давайте это трэш танки, пуляйте быстрее, пока моб далеко. Всем киском диск. А железных ремонтников ой, первым это заливаем. Отведи трэш подальше чуть-чуть, чтобы... Вот у него руки трясутся. Как его, блядь, ему выделано. А я отдал Войду диск, а квест у меня остался. Это хорошо? Я хуй знаю. Но... Это получается бан. А может забузить, может, что-то может все. А? Как ты считаешь? Да. Это интересно, кстати. Давайте забузим. Мне кажется, это диск, он будет нужен для чего-то. Там что-то надо будет ставить потом. Для уголовки. Это для вызова уголовки. Три. Там не столько для вызова, сколько для квеста на 4 ключа, которые нужно, чтобы открыть от галлона. А чё, куда с этим квестом идти? Сейчас пойдем, сейчас мы его пойдем, пойдем. Там на карте квест покажем. Вы, блядь, вообще бьете? Я же убиваю. Просто у них хп не добавляется. Не знаю, я бью. А уехать залезть, тупо уехать залезть. Спасибо, Сань. Что там Макс уже вырубил? Ты уже подзаряжен. Ты меня подзарядила. Тебе нужно голову нормально. В принципе, ты, ну и наручи, ты уже такой плюс-минус рейд гир хороший у тебя. Так, идем хоть туда, вот туда пока. Че, кто мне наручи просил? Ты лоя? На файл. Вот там, типа, да. Че, Алёша, ты 206-е, блядь. Зачем тебе наручи? О, хуя ты. И рыбку съесть, и наручи сролить? Нихуя. Кольцо я себе забрал. Новые поговорки, блядь. Кабачок, нихуя себе. А зачем ему спулили? Чё, шутка? Ну, так тебе ж... Кому-то пройти надо. Квест. А, квест сделать. Там до ворот дойти. Чё? Хуя. Не понимаю, этот квест прям нужно сделать именно сейчас, правильно же? Мы же сейчас убьем Мимирона ХМ? Не, почему ХМ обычку? Зачем мы сейчас делаем квест это делать? Ну, чтобы потом просто не ходить. Это приквест, типа, чтобы взять 4 квеста, чтобы он потом не бегал. Я понимаю, но все равно типа сейчас мы этим рейдом ничего такого не сделаем, по квесту. Ну, чтобы уже было. Просто взять квест и все, и не ебать не будет потом. Просто с этим ДПСом этих будем стражи, а там еще впереди, по-моему, двое. Там один. Мы его по времени бьем как босса, блин. Нормально по времени.
Там, блядь, женёк, блядь, негодует, что его не бафы. На, на тебе баф, на, на. Зубы ему накинь. Ну да, прикольно, планета Азерот. Планета Азерот? А это что за планета, хуй пойми. Где Азерот? Ого, реально Азерот. Пуляй. А эти просто, типа, да, рандомные планеты? Ну их, наверное, уже алголон посетил, наверное. А во, я землю нашел, ребят. Это озеро. Вот земля слева. Да. Ну, наверное, похоже очень. Синие шары, зеленая земля, вода. Земля плоская вообще-то. А вот, а вот мы сидим и шпилим, да, блядь? На черепахах, планах там вся хуйня. Да-да-да. Ну вот, блядь, это же земля, ебать, видите? Учим, блядь, это астрология. Ебать, он на меня прыгнул, то за шо, блядь. Я схожу планеты рассматриваю, он мне сделал сам дам просто. Слэм данк! Это дверь, типа, да, собираешь, и она открывает. Типа, ну, когалонный путь. Да, 4 ключа собираешь с хранителей, с хардмодов. И получаешь ключ в священном планетарии. Вот в этом, в тайнике, где диск втыкаешь, там ключ получаешь. Так, и чё по квесту куда надо? Волонир, да? Волонир там же собирается. А, у меня ничего не происходит. Может, по одному надо? Потому что ключ всё. Он съедает ключ, когда ты ему сдаёшь квест. А чё делать? Как? Диск, точнее, съедает. Ну, у тебя квест выполнился? У меня сейчас квест... Священный планетарий. Вход в священный планетарий найден. Где вот сдавать его? Идешь обратно к этому хуйне, где диск втыкал. Понял. Ну, короче, не получилось заобузить. Да, не работает так. Короче, диск начал. Он, типа, ну, проверка у него действует, что ты там нужен. Чем могу помочь? Че, можно пойти покурить, пока там бегать? Идите там пару минут покурить. Так, я туда. О, Макс, а это интересный босс, типа, нравится. Ну, я смотрю, тут руки надо будет бить уже, да? Короче, будем играть тело. Он, короче, бежит. В чем фишка босса? Типа, видишь, у него, типа, есть, ну, как бы сам босс и две руки у него, короче, да? Вижу. Вот. Нужно будет бить тело и руки. Еще такой момент, короче, босс типа из глаз лазер такой стреляет. Такие два луча, короче. Он типа выбирает чела, в него стреляет, и так медленно эти лучи за ним, короче, типа идут. То есть нужно их просто кайтить. Так, а чё? Все, это все, что он может? Ну, ты стоишь, короче, около двери, там, бьёшь босса, он хватает рандомного чувака в руку, нужно его выбить и бить обратно, и, ну, обратно в тело свечи. То есть, бьём тело, взял в руку, выбили тело обратно в тело. То есть, итак, тело, рука. Так 5 раз сделано, босс умирает. А на протяжении босса просто от луча уворачиваемся, и все. Все так же. А чё, а как сдать? Я не могу сдать. Сейчас они добазарят, я сдам, и потом ты. Это кто? Это геолог Дорен Брандон. Долгие годы я мечтал пройтись по залам титанов, но никак не думал, что мне придется воевать против их созданий. Они на этом уже, на тоже, ну, на Аурии наши ребятки, но они убили Игниса и Астрокрыла. Они без хардмодов. Они, ну я слышал, они говорили, что они не будут хардмоды закрывать, чтобы типа. Без хардмодов? Да. Ну посмотрите, там ачивка была в гильдии, там это собрание убили, и там хардмода не было. Странно. Что, такие... появилось у тебя сдать квест? Такие рейды без хардмодов? Слушайте, а подождите, а вот Фрея вчера убили, а печать у тебя падала? Печать Фрея.
печать Хадира, Торима и Мирона, да, вот эти квесты? Ага. Четыре квеста. А, они только с хэмов, да, падают? Да. Ну, гохули. Так, я тоже отойду, пока Сани нет. Ну, самый сложный хэм, наверное, Мимирон будет. Да, бля, может, гол убьем без него, чё, урокнись? Или будем ждать? Кого? Ну, ушел уже Саня. Не, без него мы не убьем. Он покурить ушел, блядь. Он пишет, я минут 10 ФК. Ну подождем, чё, край. А там чё надо, подожди. Чё там надо? Чё нам пало падает? Да не, мы в 9 мы хуй убьем. Бля, мне тринка эта ебаная нужна. Вот если пойдет, я себе заберу. Мне нужна эта тринка ебаная. Просто мне нужна. А ты куда, на хилаю, что ли, Макс? Ну, конечно. Смотри, какая тринка, вел? Не, ну, пацаны, ноль, да. У меня, типа, омоложение 300 маны стоит. А с этой стринкой 250 маны, еще 100 духа сверху. Бля, нахуй. И посох тоже я себе... О, ебать, красиво. Секс. Все, ребята, меня одеваем, короче. А Макс там что-нибудь сролил, Келени вообще, не? Да. Да я как бы не сролил, мне Саня выступил запах. Мы, короче, ну вот запах ему дали, посох ему сегодня выбили в этом оке. Око сходили, что там, Наксе в этом выбили. Это тоже токен в Наксе, да, забрал? Подожди, а у нас статики нет, есть вообще? Что есть у нас статики? Приз есть? Нету. Ну вот-вот, можно. Я говорю, нам нужен шипешник один по факту. И ДЦшник. Да не, ну вообще приз нужен, как бы там, блядь, и гим, и хуим. Ну, я говорю, вот, типа, Макс. Полезная хуйня. Будет с нами бегать. Вот смотри, мой гир, да, блядь? Сейчас послушаю. И чей? И гир Женька, блядь. И ДПС почти раунд. Ты что, ну, Женек, тут слабо, все, Женек 217? А я 208, блядь. Потому что ты кот, блядь. Все поэтому. Да нет. Ну, так он ДК. Он ФДК, алё, он типа, ну, ФДК. У него гибридный урон. А это потому что он без бафов был. А, без бафов? Он же кричал бафы, бафы, блядь. В смысле? Подожди, а... Ты рофлишь? Ты гоняешь с ПВП сапогами, блядь? Серьезно, блядь? Они для него лучше, походу. А в крафты вы чё, не? Типа, ну... Я не хочу. Мы же тут все крафтимся, ебать, налево-направо. Не, ну подожди, где крафты? Да, ну нам тут сверху же ждают. Да. Если мы вот эти сферы, блядь, с первых траев Аульдене не продавали бы, у нас уже половина Бореда бегала бы с крафтовыми шмотками. Если что. А похоже по один, его куда взяли? Новенький, да? Ну, Женек, хорошо. Смотри, вот крафтовые, видишь? С хостой, блядь, вместо реса. А не ходишь все такие? А, добро пожаловать. Welcome to the club, buddy. Или мастере вообще. Короче, окей. Сейчас надо будет... Порешаем, что тебе сделать. Добавим, может, и свет. Порешаем. А в смысле? А на чё ты... Вот на чё тебе деньги, скажи. Вот на чё тебе деньги. Вот есть деньги, да? На чё тебе деньги. Вот. 100 000 есть, так, и чё? Типа, у меня вот есть ты там почти 30 000, нахуй. Я сейчас я докоплю, куплю сверка, скрафчу тоже все. На ход ноги 100 000. Ход ноги? Так, чисто припотов перед рейдом купить. Да, блядь, ты там, не знаю, это копейки все.
На ход ноги, знаешь, что? У меня на локе, блядь, 100 монет на ход ноги, нахуй. Когда выйдет, нахуй, этот ебучий БК контент, там все долики появятся, у меня там еще будет хуй туча монет, вот это будет на ход ноги, блядь. Я там так заряжусь, блядь. У тебя регов на 200к? Что, блядь? Типа, реги, сам те, которые сейчас нихуя не стоят, да? Ты, в смысле, лотосы, да, там, за какую-то хуйню? Не понял. Типа вот эти, как они... Женек, я тебя, короче, огорчу, не ты один такой херня страдаешь, и когда, короче, будет БК-контент, это все копейки будет стоить, я тебе, ну, сразу говорю. Ну, типа, знаешь, я верю, там, небось, вот это, типа, травы, там, тиражишки, и еще там, с этого, какая там... А еще лучше будет, если они вообще рецепты переделают, нахуй. Да-да-да. Это так просто все обосрутся. Я знаю один секрет, как можно, ну, что надо делать в БК, но я не скажу. А что за БК-контент? Там ну, нужно... Смотри, лотус? Гру, магик, кара. Не, по регам. Лотус. Сейчас покажу. Это тирашешка и это самое... называется в этом фармится «Долине призрачной луны». Ох, не листу, вот это лучше фармить на высотравником, например. Вот как на игре... Ну, к сожалению, как раз с этим вечной проблемой. Сопротки вообще дорогие, капец. Во, у нас тут все титана. Этот, блядь, нет, тут его нету. Блядь, сопротивление. Во, ползучий кошмарник, да. Кошмарник там. Лотусы. Кошмарник, лотус и огнелист, который на школе. Кошмар сам, да, кошмарник самый дорогой. Блядь. А у Винча есть что-нибудь такое, что надо фармить? Не, все остальное хуйня. Только алхимия самые дорогие реги. Бля, фармит, почему люди покупают фармы? А ты что, впадлу, что ли? Ну, Женек, это типа понимаешь, в чем суть? Это есть, в этом есть смысл. То есть ты тратишь свои деньги на усиление, это тебя усилит. То есть у тебя, блядь, сапоги с резом, понимаешь, с резом. Так, а почему же, типа, мы, нахуй, наш рейд, ебать, деньги на усиление, нахуй, не на это самое? Почему мы снять сферы... не можем, блядь. Не, а почему мы сферы продавали, ебать, а не ну, усиляли? А, ну, да, это косяк, это я с тобой согласен, да, почему, блядь. Ну, я говорю, если бы мы не продавали бы сферы, у нас уже половина типа, бегала. Я помню то, что почему-то Слип взял сферы, он их то ли продал, то ли сам, не знаю, он их, по-моему, продал, а потом себе скрафтовал, по-моему, поезд, что такое там было. Да, вот 3-4 сферы, его спросили, типа, когда поезд зашел, типа, у него говорит Саня, типа, ты, говорит, сферы взял с ГБ? Он говорит, да. Он говорит, типа, что ты, типа, сделал с ними? Говорит, продал, говорит, за сколько? За 6 тысяч. Браво. Это я с тобой согласен. То, что пропит нахуй вот. Да сейчас сферы там сколько нападало, ебать. Сейчас будем собирать сейчас, нахуй. Будем... Вот, в среду, ну, то есть мы вот в среду отходим в наше собрание, все, десятку там. Ну, короче, собрание проведем, сколько будет сферы, мы решим, кому их зарядить просто. И так будем каждый КД делать. Нам нужна... Мы там с ГБ, ну, как бы, голду нельзя сейчас снять. Там лежит голда, ее снять нельзя. Бля, там, кстати, ой, сколько через 30 минут, а мы тут ебемся. Ну, так мы занимаемся важными делами. По возможности у Дуар. Т8 все-таки. Ну да, надо выбивать Т8, кстати. А с кем там еще у приста Т8? Только не говоришь, что с ДК, блядь. Посмотреть. Паладин вчера нет, нижний жрец. Тут 3 палы, ебаный рот. Трипал и прист, всем кимском пис. Всем кимском пи. Бля, долго он, ебаный в рот. Ну сказал, чё, подожди. Тут с него ничего не падает, ебать. Да, шумно, дети, я чё, чё. Там на меня шмот падает. Там это, тише, бля, будь. Так у нас груплу стоит, в чём проблема? Что ему надо с этого босса? Мы сможем убить этого босса? Почему мы не сможем убить его дютером? А я, подожди, где он стоит? То что, берсаж жестко? Где Саня стоит? Вон, он сидит в углу, блин. А, вот в углу. Блин, надо, чтобы он просто сюда зашел и все, блин. Пойдемте убивать. Давайте, ребахните, заходите. А сейчас подойдет он, подожди.
Тогда просто время проебываем, блядь, и все. Так, в смысле, эти боты без... Алло, Женек, это хуйня, у них сакетов нет. Еще у меня тоже, у меня тоже на ходе 206 боты без сакетов. 84 РПБ. Да и что? А так он не соберет кап РПБ, все равно себе. А, они... Говори. Типа, какой смысл? Ты не сможешь добраться до этого значения, а смысл? РПБ собирается только в том случае, если ты можешь добраться до 100%. Или хотя бы там, ну, близко этому значению. В иных, ну, да, случаях ты тупо в силу забиваешь, все. Ну, в смысле, нихуя, у нас, блядь, на XT были ДКшники, которые так играли и давали ебанутый ДПС. Ну, как это так, блядь? Он, иди облому напиши, он тебе расскажет вообще все за все. Да, облом давал ДПС, да, из РПБ, точно, ебать. Облом, а не только у него... Так, не, облом-то у него в силу были тогда, а не в РПБ, блядь, когда он давал, ну, блядь, ДПС. Потому что он со шмота РПБ на РКП. Не, в смысле, он со шмота не собирал как раз. У него, он мог собрать себя со шмота, он, я помню, тогда не собирал. Да, блядь, если бы не брели, бы хуй что давал бы, ебать. Он фул бреленый был, оля. Фул доненый, блядь. Этот, как, блядь, как ник этого? Ой, сука. Он с ДК тоже такое одно время сидел в гильдии. Или как у них? Дренейка у него еще была. Ну, кстати, то, что Женька ботинка, они все-таки с сокетом. Так есть крафтовый, ну. Вместо реса там либо мастер, либо хоста. А, с крафтовой там они идут крит, хоста, но больше ранхолику идут или ретрику. Там с мастер есть, типа ты можешь взять мастер на этих сапогах, да, и, ну, другие шмотки себе какие-то там брать. Пойдемте, убьем босса, ебаный в рот. Ну я же там линковал сверху, там с мастери же есть же. Слышите? Мы просто сейчас тратим время ебучее, просто ФК стоим. Мы его убьем девятером. Ого. Рыбу ставить у всех? Да, поставь рыбу. Пробафайте заново, короче. Вот это он получит, ебать, шмотки, мы тут не нужны какие, все, похуй. Ой, тут. Все, Макс, короче, стоишь. Все, тут он. А, все, кулак, каску, бафни туда, все. Короче, Макс, вот тут стоишь, вот тут. Ну, стоишь, дамажишь босса где-нибудь, вот тут стоишь, да, дамажишь, ну, даже не. Где-нибудь так с края, вот тут стой, например, дамажь босса. Видишь, что, ну, и мы говорим свич в руку, и в руку свичишься, бьешь в руку. Чела выбили, обратно в босса, все. Он в тебя, если кастует луч, вот так просто, вот так, кайтишь туда, потом обратно. Ну и все, в принципе. То есть сюда откайтил, потом так, и все. Все, стартуем. Нет тут. Ну, а, нихуя. А можешь собрать без тебя. Все, поехали. Твой, давай. Стойте. Все, теперь мы. Так, я, получается, ну, не могу, да, его в спину, блядь. Рука. Пузо бьете. Как же похуй на его урон, когда там получится кинорадий, блядь. Рука. Ух, нихуя. Все выбили, обратно в тело. Че мы герта не дали? Ну, у нас же вверх пусть. Оставим ее на аурики. Аурию. Я лишу тебя жизни. Руку. Все, пузо. Что-то много убили в руке. Нормально. Там 300. Осталось.
Еще два раза. Че, кстати, мораль апнуть ДПС меч? Чувствуется? Да, от удара плети чувствуется особенно. Рука. Все, руку выбили, враг у тебя. Бля, я ору с КПС на нем. Просто чекать, да. Не, я не чекаю, что это просто типа... продавать так... человека, который в руку попадет. Просто типа он, мне кажется, он в соло прокидывается. Рука. Не добейте только я. Все. Пузо. Хорошо. Оставил, два раза просил Геру. Рука, быстро. Добить, надо разбить. И добиваем тупо босса, наверное. Добить руку. Ля. Чё, это тримка? Так, тоже, сейчас будет видно. Бля, мне кажется, с него три вообще не падают. Оля, посох какой. Да посоху, бля, ему каждый КД падает. Ему ее заебали, что на трансфалку забирает. Кого? Мне на Лока падал, а не на этого, блядь. А тебе посох нужен этот? Ну да. Так и только я его могу взять. Он без крита. Ага, я могу взять. Суки. Он без крита. Он на АПД. Ну, да не, он лучше все равно. А может Оберсут чернуть тут рейди сразу? Регов нет. Реги банки эти могут дать, или Саня может дать. Черни ему резню брать вместо Берса. Ну черни. Бейте одновременно их. Одновременно? Ну, давай одновременно. Кто будет один вырастать потом. Да бля. Кусь? Сейчас, ну типа Саури и Тринка падает, а вообще на кого она интересна? Меткость и прок на хаст, на собственного хаста. А, это РДДшная Триня, она короче прокает это. Ну на кого и кому ее вообще, типа на наш мусор? Афлик, ШП, можно Дестрику даже, Демону тоже можно, но Дестрику это... А Аркану она помоет? Аркану тоже можно. Файру даже можно. Ну, не знаю, с кастером все можно. Да. Скажешь, я буду одевать? Ну, с ней можно играть, если лучше нет. Ну, типа, да, ну, можно этому. Она Макс. Играбельная. Да, можно Максу, спокойно, да, там вообще. Шепа, да, запасаю, ну, бля, 100 меткостей, типа, куда типа, идти? Макс вместо часика берет, у него две тринки на прокову на хосту, типа, вообще ништяк. Ну, типа да, ну типа куда вот эти 100 меткостей себе одевать? ППК просто эгоистически будет жить. Чё, Берс кучарит, нет? Реги. Да, давай. Остановите Клоки. Сейчас пока будем доставать. Да. Так Клок она... обновите. Сюда придет. Каска, все. Пулять хапал сразу, бабл массакра, герой, убиваем этих ебаных кошек. Аурики. Шаман трепет, да, старца, знаешь? Так, я себе на первый фервар поешь. Стараюсь синистый снять вас. Ну, Кастофир Бледина. Зади Бобби сказали, что это
Макс всегда позиционка перед еблом босса, все стоят. Под ногами. Дуран. Шаман успевает. Анти себя еще кидать надо. И маст дисплы кастовать в рейд, когда ну, эфир проходит. Да я с этим справлюсь. И антифир лучше на меня кидать, на себя повесил, да, но. Шаман тотем трепет, и сбиваешь удар часового. Вот этот урон мы делим, типа, так, чик, на весь рейд. Типать я проебался, блин. Кошку. Кошку. Под ноги встаньте, чтобы она здесь была. А, убегаем, все, убегаем. От кошки поднял уже будет. Макс, убегай. Каст! Ну, типа, если каст не сбивать, можно не бить этого босса вообще. Хм. И тотем трепета перепроверяй, кошка его убивает. Макс, я тебе верну. Рибах не кидаешь, что ли? Бафу, да? Каст. Ну, трепет. О, хорошо. Это интересно, я ему каст бил? Кошку бейте, кошку не босса, кошку не босса. Да, я бы их антон приручил. И надо пить кого, бабу? Только удар часового сбивается, остальное не сбивается. Вот этот удар. Кошка. По 7-300 у меня сейчас чуть-чуть абсорбит. Так что заметил. Это, кстати, немного. А сколько, Сань? По 7-300. Ну вот у тебя СПД типа еще не такой герб. Mm-hmm. Отбегал. А, ходите. Ходи. Ой, бля. Извини, бля. Спасибо. Каст. Ну, завелся. Каст. А сука, дай. Кошка не может укусить кошку, блядь. А, вахуй. Ну. Я вахуй, блядь. Ну-ка, стафир, блин, я готов. Сука. О, Макс. Я Максимка нападал тебе, ебать. Кстати, не зря я спросил про трени, ебать. Не зря. Так, чё, га сразу этого додика мы шлёпы. А чё это? Дайте кто-нибудь ГБ. Это милишная тренька, нет? Это не, это не заклинание. Дайте это ГБ кто-нибудь, пожалуйста. Скорости, дайте написано. Ну, там перевод неправильный. Кстати, да? Пиздец. Вообще ровно. Вы идете, нет. Прием. Ваше атакующее заклинание с некоторым скорость атаки, ебать. Неплохо. Сань, слышь, дай лоя регов на этот, на бирсу. Нет, что там надо? А, вижу. Что там, 12 пили, 4 субстанции, 4 осколка грез, 10. В кучке только не наступайте.
Да, в... А, Макс, это да, там куча вот такие кучки снизу, типа эти фишки. Каст сет отбивается, самое главное. Нихуя, он какой-то дом прям до туда достал. А что, может, полупаем хоть трэша боешки пробьем? Они вроде это... Пофиксили. Пофиксили, чтобы с вас пятки не падали? Десятки? Сбейте, сбейте. Там же все оглушение. Ну, сбоку кто-то стоит из ДКшника возьмал. Сука, Супермен, блядь, хрена. Он его обратно грибает, блядь. Ну да, там, кстати, посох падает, я бы его одел. Страж. Да, да, да. Мне этот посох на Лока нужен. Нет, мне нужен, который стори. Сходи, Хадира сейчас отойдет посох, мне на Лока он нужен. Упадет, да, сейчас? Да, я думаю, сейчас упадет, да. Че ты этот достал Региса? Ну там, там, там падает плащик. Плащик падает топ хороший, наверное, да, кстати, Макса. Вот. Плечики там падают какие-то питерские. Ой, это демон. Да вот. Там Ефарин пишет, что мы свои дела заканчивали, так что сэнро. Чё? Там Ефарин пишет в гильчате, через 5 минут начинается сбор, заканчиваем свои дела. Это он этим пишет нам. Ну, конечно, тут вся гильдия, это блядь, эти, а ебать. А кто на кучку наступил, на урок? Это я, наверное, извиняюсь. Подожди, а куда они собираются? ОС, ОС, ОК. Чё, пойдёшь, Арч? Да нет, я думал, машину куда-то там. 25-ку хотя бы. Ну, 25-ку. ОС, ОК, 25-ку. А там по ЕБКП, да? Да. Да. Ты ходил четвертый? Нет? И поэтому я расстроен, что я сейчас не иду, потому что у меня на ханте 0 ЕП, блядь. А мне вы меня даете нахуй. Дал ему реги, Сань? Да, дал, давай. А, давай, давай. Не, ну почему? Можно сходить, типа. Ну, типа, можно и пронести. Можно и ЕП получить. А можно ЕП получить за десятку, блядь? Нет. Благодарю, спасибо. Сань, ой, Макс, у тебя еще глаз про матери есть, что ли? Какая? Вот, я вижу, у тебя. А, это? Да. Пиздец, ебать. А я в первую КД упала. Грибнул его. А, да, я помню, ты еще был друидным, вообще синим, по-моему. Да, да, да. Я зеленым был, не синим. Бля, я бы за ИП исходил. Там, для этого залейте да, уже, блядь, в нижнего. Женек, если я гриб, грипну. Такая же хуйня про этот. Про 25-ку сходил. Может быть, убьем этого? Кадира и пойдем, а потом так отнесем? Нет, ну чё, блин. Ну тут люди без гипа сидят. О, ты что, 25-ку думаешь, гильдии тут соберешь? Что ты чего соберешь? Собираешь. Так нет, он думал, сейчас соберем. Мы-то вчера все были там, походу. Да какой все? Там у нас было пару человек, кто. Ну, что там может стану, когда ЕП? Господин. Если б не ГП в этом где 25-ке, я бы был топ по ЕП, но. А я был топ по ЕП нахуй в легендах. А сейчас нахуй сижу вообще без ЕП. Красотули, конечно. Боехи, пацаны, падают. Да, а куда этот проход вообще, ребят? Где Женька? Где Женька? По левой. Ой, бля, пацаны, я сагрываю этих жуков. Как ты туда вообще пошел? Я что-то пошел посмотреть, а там за углом... Че еще? Что, блядь? А, вы прикиньте, жуки агрят и кучки тоже, когда бегут. Да, они агрят, они когда бегут по кучкам, они, короче, кто-то активируют. Я там вообще бешеный стак веду, ребят. Бля, заферяли нахуй. Сейчас просто мясо будет. Я, блядь, меня, блядь. Хилы бежат, блядь.
Да я их сагрил, я прожался, сагрил, они уже дружится. Чуваешь? Макс, дай гип, божественно. А полы поможет. Спили мне его, представляешь? Что-то его вообще не кирится. Я хуй. Ебать я рой, просто эти бегут жуки и, ну, и, ну, по кучкам, и просто, ну, типа, и активируют их, ебать. Да просто нехуй наступать на них, блядь. Сука, жуки, блядь. Жуки те, кто наступают на кучки, блядь. Это ляжет как-то, а? Да, очень обидно было. Ну не наступайте, блядь. Я так, я приду в рейд, понаступаю на все кучки, блядь, и будет вайп. Пиздец. Ну, в два тела бить этих жуков неинтересно. Скажу, это Саня был, блядь. Да, он меня отчитал, пиздец, ребят. Попи тебя, блядь. Я еще потерялся в инсте. Ой, на этом полупокере что делать надо. О, Макс, а тут вообще полупокер жесткий. Блядь, мне вот этот хао напоминает Дессера, блядь, циркуля. Ты не Дессер циркуля? Всем тебя напоминаю. Дессера. Ну, примерно такой же у него голос, блядь. Ой, поставь это еду, пожалуйста. Сзади Дессер вообще, блядь. Полупокер на его? Не, хуй знаю. Ну, прям голос, ебать, похож. Или я забыл уже, хуй знаю. Ну, он обычно так много не базарил. И рыбу, и этих, и плюшек. Ща-ща-ща, прибегу, погодите. Ну мы не делаем, да, ну, ХМ мод. ХМ зависит от ДПС здесь. Сейчас ДПС это. Кстати, мы Калагарна без саппорта уже били, да? Ненормально вообще. Да в десятки сейчас саппорта не нужны. Да, я тебе говорю, что типа мы били без саппортов, и там по сути соло хил. Там плагин вообще не хилил. Ну то есть там ему нечего было хилить просто. Я ж тебе кидал ХП с Калагарна, у меня было что-то лямно хило, ебать, а у него 200 тысяч. Щитки. Ну. Ну, рыбка. Хотел. А сколько времени дается до хэма? 3 минуты. 2 минуты вроде. 3-3. Кто будет стоять на этих? На кострах, получается. Наверное, ШП? Да, Макс, наверное. Если не успеваем, то вайпаемся. Думаю, не да не, посмотрим вообще, типа, ну, как вообще мы идем. Вы мне, в принципе, объясните, что делать надо. Короче, смотри, Макс. Вот он босс, да, вот мобы, короче, да. А пока эти мобы живы, типа, там, тут будут бафы там различные, они не будут работать. То есть мобы эти с пула убиваются, потом еще там, ну, тогда будет перефаза. Короче, что на этом боссе происходит? Тут, короче, будут такие лучи, вот как вот такая метка. Как, короче, вот такая метка, будут такие же белые лучи, короче. Ты в них становишься, у тебя, ну, баф на тебя вешается на 50%, типа, у тебя увеличивается этот, ну, скорость каста там. То все заебись. Я не помню, кому интересно, инфарина, короче, ну, собирать. Я просто смотрю в гильду, просто вся гильда в ульдаре находится сейчас, ебать. Я про то же, типа. Уже дай объясню, Макс. Смотри, короче, тут еще такой момент, тут нужно на этом боссе постоянно двигаться. Тут, короче, дебаф, как на, в Нексусе, вот понял, на лаз-боссе там? Да-да. Только тут он, типа, не уменьшает скорость каста, тут он просто, типа, ну, стакается, типа, и урон просто, ну, такой, типа, бьет. То есть, ну, чем ты больше стаков поймал, то есть ты стоишь, да, тем больше урон. То есть, ты просто должен, типа, каст сделал, там, подвигался, сбросил опять каст. В луче тоже, ты когда встал луч, и побил, так, ну, подвигался, сбросил.